В 2022 году многие зарубежные производители смазочных материалов заявили об уходе с российского рынка. Но отечественные компании в полной мере оказались готовы к импортозамещению. Одно из предприятий, которое разрабатывает и производит масла для автомобилей и авиационной техники, работает в Люберцах. Там побывали мои коллеги. Компания «Квалитет» – предприятие полного цикла. Это единственный в России производитель комплекса присадок, необходимых для выпуска моторных, гидравлических, трансмиссионных и многих других масел. Помимо производственной работы, здесь занимаются разработкой собственной продукции. А в лабораториях и научно-исследовательском центре – тщательный контроль сырья и качества готовых материалов. Лаборатория была создана в 2002 году. В 2006 году мы поняли, что нужно выходить на новый уровень и решили аккредитоваться в системе аналитических лабораторий. Благополучно аккредитовались и до 2015 года, когда была создана национальная система аккредитации, были аккредитованы в системе САЛ, системе аналитических лабораторий и центров. В 2015 году при создании национальной системы аккредитации мы поняли, что нужно идти на уровень еще выше и перешли в национальную систему аккредитации и аккредитуемся с 2015 года. Мы находимся в реестре, как действующая лаборатория. Научно-производственное предприятие постоянно модернизируется. Недавно в лаборатории появился прибор для автоматического определения вязкости вещества. Современное оборудование позволяет минимизировать человеческий труд и при этом получать точные сведения. Это очень технологичная компания. Компания, которая была создана на заре предпринимательства в 1991 году. А изначально начинали работать, и задумка появилась в 1988 году. Многие компании, которые были на нашем рынке, ушли, тем лучше для нашего производителя, потому что все есть, есть самые главные компетенции, есть люди, есть опыт, наработки, и все эти продукты, несомненно, будут замещены. В компании работает более 300 специалистов, в том числе кандидаты химических и технических наук. Среди сотрудников три выпускницы Люберецкого техникума имени Гагарина. Луиза Игиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.